Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, ссылочка на плейлист в описании. Играем в боевую лигу в МК, так, свернулись, развернулись. Скорпион, да? Ну, как бы, выбор понятен. Выбор мне ясен. Жгучая ярость у него, да? Стиль. За гарпун можно наказать на ближней дистанции, кстати. На дальней нет. На дальней не получится. Наша семья потеряна навсегда. Мы должны были исполнить волю Рейдена. Мы оба сожалеем об этом. Не лагать, ну хорош. Сейчас реально прям были лаги такие прям жесткие. Убьет, да? Ой. Ой. Все, угадал. Опа. А это очень наказывается. Вот это вот фигня, вот это оружие. Это самое плохое, что есть вообще, что можно вообще сделать. Потому что это настолько, ну, настолько бесполезно, вот это вот оружие. Оно мешает, серьезно. А, выпрыгнул. Ой. О, это все. Это победа. Прям ровно. Вот два скорпиона, ровно игра такая получается. Только клавиатуру не трогаем. И все нормально, наверное, будет. Уже который выпуск. Ага. Да-да. Естественно, он репикать не будет, потому что на кого репикать? На кого репикать-то тут? Если уже все выбрано. А, он вот так вот решил. Не наказать, смотри.
Ну, все-таки вскрыл защиту. Его что-то, по-моему, за это-то не наказать никак. За Fatal. Хотя, по идее, ну, по идее, можно. Но я почему-то не могу. Хорош. Залагало. Вообще шикарно, да? Сейчас классные, да, лаги такие были, которые не дали мне тупо комбо сделать. Это было видно просто, на самом деле. Понял? Как я не наказал его захватом, если как раз должен был? Тут да, согласен. О, да ладно. Пузо сейчас будет. Я не успеваю, прикинь. А, у меня не было даже защиты. Ну да, согласен. Да, упади уже. Так, мышкой. Мышкой выбираем, все нормально. За гарпун можно, кстати, ногой Люкенга наказать. Неужели моя душа расколота надвое? Это все темная магия Куан Чи. Битва сделает из нас одно целое. На пустом месте. Он сам хотел схватить, нифига себе. Наказал. Погоди-ка. Ну да, это сложно угадать. Ой, матрица. Не знаю, я всегда на это попадаюсь почему-то. Да, смотри, это работает, крутилочка-то. Правда, наказывается она, но она работает. Он хотел меня бросить, я видел. Ой, да ладно.
Можно же было прям закомбить и убить. Не наказать, прикинь. Не наказать. Я не могу ФБ наказать. Хотя я сразу наказываю. Это странно. Может быть такой пушбэк жесткий, что типа я наказать не могу. Или я просто фреймдаты не знаю. Что-то мне подсказывает, что скорее всего второе. А, ну что ж, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.